Детская музыкальная школа номер 12 в течение многих лет является центром методического объединения детских школ искусств городов Ленинско-Кузнецкого, Полысаева и Ленинско-Кузнецкого муниципального округа. Поэтому вполне закономерно, что ежегодно в период школьных каникул здесь проводятся методические объединения, тематические доклады, семинары и детские конкурсы. Я очень давно сотрудничаю с этой школой. Некоторых детей знаю прямо с первого, со второго класса. Мы с ними часто занимаемся, как-то я за ними наблюдаю. И многие из этой школы поступают к нам в колледж. До вступительных экзаменов еще есть время и возможность показать себя с лучшей стороны. И конкурс юных пианистов как стимул для творческого развития и повышения профессионального уровня обучающихся. Звучит звонок. Концертный зал наполняется гостями и участниками конкурса. Каждый конкурсант подготовил на суд жюри небольшую программу из трех музыкальных произведений – полифония, пьеса и этюд, в ходе исполнения которых участники продемонстрировали навыки игры, многоголосой музыки, владение приемами фортепианной техники, уверенность и волю к победе. Это уже 16-й городской конкурс. С каждым годом маленькие пальчики юных пианистов все увереннее бегают по черно-белым клавишам. Дети очень серьезно относятся к подготовке и выступлениям. Смотрят вот на общий уровень учащихся, как меняются, как они растут, как вот они, в общем-то, совершенствуются. Но это интересно, это учащимся интересно, как бы проявить себя, показать по сравнению с другими. Слушаешь других участников, понимаешь, как можно еще сыграть, вот. Проанализируешь свое исполнение и понимаешь, что можно сыграть лучше, как бы стараешься стремиться к лучшему. Конкурс проводился в один тур среди трех возрастных групп. Жюри определило трех победителей в каждой возрастной группе. Им присвоили звание лауреатов и вручили соответствующие дипломы. Звание гран-при была удостоена Екатерина Лапшина, обучающаяся детской музыкальной школы номер 12, стипендиат управления культуры. Елена Беляева, Павел Желтиков, Реалининск.